Hi guys, welcome back to Junrich Vlog Reaction. For today's video reaction, let's go to one of our favorite country, which is Russia. Привет and спасибо to our Russian friends. How are you all guys? If you're doing well and amazing, and the title of this video, as you can see on my thumbnail, and this is a video request reaction by Royal Passion Bearers. Thank you so much for suggesting with this amazing and another amazing beautiful video entitled Kadyrov Pledges Chechen Support to the Russian Federation. And credit to the owner also with the video to augmented ether. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click the subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on your future uploads. And if you have some comments and suggestions related to any Russian or artist that you can suggest, drop it in the comment section. I would love to read and respond to you all and make your video request. So let's get to it. Yes, I really want you to turn on the CC down there. Your Russian, English, or whatever language that you want to choose. And I want to hear also with you in the comment section what are your thoughts with regards to this video, because one Russian did make a very nice video history or whatever information with regards to Russia. You will enjoy and you will learn something about it, of how Russian people, how they are like supporting with each other. And this is so incredible that other nations should do also. Enjoy with this one, guys. Oh, this is nice. Oh, so he pledges to make to give some support or send another like soldiers to the Russian Federation. Wow. Hundreds of hundreds, I think thousands. Oh, in different places. Wait, there are black, there are like navy, like special forces in army. You can really see the body of this like soldiers, that they are very well trained. You cannot see it, someone like say thin. Wow, they are built up. Оля, что можешь добавить? Приветствую. Здравствуй, Алексей. Действительно, сегодня на стадионе имени Белимханова в Грозном собрались более 10 тысяч человек. Это большинство из них, это представители силовых структур Чеченской Республики, плюс гражданские лица. Стадион был весь заполнен людьми, каждое место было занято, и плюс некоторые из сотрудников силовых структур выстроились на беговых дорожках. Таким образом, общая численность была точно больше 10 человек, потому что вместимость этого стадиона как раз 10 тысяч. Ну, Рамзан Кадыров выступил перед собравшимися с обращением, причем обращение было направлено не только им, но и в принципе все
народом России. И в своем выступлении он глава республики напомнил об угрозе терроризма, которая нависает сегодня не только над Россией, но и над всем миром. А также глава республики выразил полную готовность поддерживать борьбу с терроризмом в России и в мире и защищать интересы Российской Федерации в любой точке земного шара. Я предлагаю сейчас послушать отрывок из его выступления. Многие годы с оружием в руках мы боролись с международным терроризмом и разгромили его. Но угроза терроризма в России еще не исчезла. Я уверен, что вам не безразлична судьба нашего Отечества. Мы помним те дни, когда враги со всех сторон окружали Чечню, а друзей, готовых встать на защиту чеченского народа, не было ни одного. Эту роль взял на себя ни военный, ни политик, ни генерал. На защиту народа и целостность России стал муфтий и религиозный лидер Чечни Ахмад Хаджи Кадыров. У него не было армии, оружия и денег, но его в руках был священный Коран. Грозным оружием для него служили мужество, справедливость, иман и вера в свою правоту. Можно сказать, весь мир был против Ахмад Хаджи. Первым ему поверил, поддержал, протянул руку дружбы и помощи Владимир Путин. Сделать это было нелегко. Президент России вынужден был доказывать политикам, военным и всему народу, что именно Ахмад Хаджи сумеет собрать разорванный на части чеченский народ, вернуть мир и стабильность, справиться с международными террористами, пытающимися развалить страну. Самые трудные минуты, когда не было решения сложных проблем, когда вставал вопрос, быть или не быть нашему народу, Ахмад Хаджи обращался к Владимиру Путину. И ни разу не получал отказа. Я видел это своими глазами. 1 мая 2004 года, выступая перед самыми известными членами людьми, Ахмад Хаджи сказал, что наступил момент, когда каждый из нас должен сделать свой конкретный выбор. Сегодня я повторяю слова Ахмад Хаджи. Пришло время сделать свой осознанный выбор, и мы говорим на весь мир, что являемся боевой пехотой Владимира Путина. Если поступит приказ, мы на деле докажем, что так это и есть. 15 лет Путин помогает нашему народу. Теперь и мы с вами, а нас десятки тысяч человек, прошедших специальную подготовку, просим национального лидера России считать нас добровольным спецотрядом Верховного Главнокомандующего, готовым защитить Россию и ее стабильность, границы, выполнить боевую задачу любой сложности. Мы твердо осознаем, что в стране есть регулярная армия, авиация, флот и ядерные силы. Однако есть задачи, которые решаются только добровольцами. И мы с вами решим их. Америка и Европа объявила России экономическую войну. Они пытаются вызвать в стране хаос, панику, массовые беспорядки. Но российский народ объединился вокруг своего лидера Владимира Путина. Чеченский народ в этом единстве занимает одно из центральных мест. Мы с вами выбрали путь Ахмад Хаджи. А он твердо стоял на пути посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Ахмад Хаджи говорил, что готов подчиниться, если найдется человек, который докажет, что он совершил один только шаг в разрез с Кораном и Сунной, саллаллаху алейхи ва саллям. Такой человек до сих пор не нашелся. Поэтому я уверен, что мы с вами твердо находимся на пути Всевышнего Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы никогда не сведемся с этого пути. Сегодняшнего дня каждый из нас обязан быть готовым в любую минуту доказать свою преданность делу, которому мы посвятили жизнь. Врага России, где бы он ни был, мы встретим в его же логове. Мы публично заявляем об этом на весь мир, чтобы всем было ясно и понятно. Да здравствует наша великая родина России! Да здравствует наш национальный лидер России Владимир Путин! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Реально каждый получил приказ, что сегодня они отправляются выполнить боевой приказ Верховного Главнокомандующего. Мы такой отправили чисто телеграмму, и ни один человек, ну, который, не говоря о несколько человек, никто не знал, что сегодня их не отправляются. На самом деле они были, если вы видели, все рюкзаки, вещмешки, спальные мешки, все готовы, приехали выполнить поставленную задачу. Куда конкретно их могут направить? Ну, это решать Верховного Главнокомандующего. Мы посмотрели, насколько мы готовы выполнить поставленную задачу перед нами. Я думаю, что мы
с удовольствием выполним любой приказ, и мы готовы, так скажем, выбрать любую точку мира и выдвинуться туда, где скажет президент наш. И ничуть не сомневаюсь, что мы подведем его. Мы на все 100% выполним любой приказ. Рамзан Ахматович, все эти люди написали рапорты об увольнении? Все эти люди написали, это из них некоторые сотрудники, некоторые вообще нигде не служат. Но они все написали рапорта, что они готовы выполнить приказ Верховного Главнокомандующего добровольно. Любой точке мира. Oh, nice. This is a very beautiful video. Thank you so much, Royal Passion Barriers, for suggesting with this one, and to the owner of the video, to augment Ether. This is a beautiful video because this is a great example of how a leader should support to your country also, and like appreciate with the president of how they're doing. And just like not a matter of your religion, this is a matter of support and love of your motherland. And this is a good role model. My God, Kadyrov is such a fantastic and a good human being, and how you support with your country. You really have to support whatever happens. It's your people that you need to be protected, and this is your country also. And that's beautiful and interesting video. I love it. I enjoyed it so much. Oh my God. I hope that other nation also can do same as this one, that people will be supporting with each other, not just with your religion or whatever it is, like political ways. As long as you are there, you love your country, you want to support, and support with your good leader also. And that's amazing and interesting. I hope guys you enjoyed watching with this one, and if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video guys, same as I did, just give a massive thumbs up, like and share and subscribe also with my channel. This is Junris Blagadag React, saying stay humble, stay positive. Guys, if you want to connect, my social media account is in here. If you want to connect my second channel, it's in the description box below. Thank you so much, Privyet, and spasiba to our Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye. Mabuhay po tayong lahat. God bless po, and see you in my next video reaction.